Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 162 на странице 71. Рабочая тетрадь по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте, вставьте пропущенные буквы, заглавьте текст. Ученые-зоологи провели опыт и выяснили, что самым внимательным пешеходом является гусь. Он очень осторожно переходит дорогу. Прежде чем вступить на проезжую часть, сначала смотрит направо, не приближается ли машина, потом налево, и лишь после этого быстро-быстро, двигая лапками, перебегает дорогу. Из журнала «Мурзилка». Ставим пропущенные буквы. Провели. Приставка «пром». Внимательным каким пешеходом, соединить на гласное, является это глагол первого спряжения, окончание ед, переходит, переходить, глагол второго спряжения, окончание ид, проезжу, приставка пром, смотрит, смотреть, глагол исключения второго спряжения, окончание ид, направо, приближается, приближать, глагол первого спряжения, окончания ед, машина, жиши, пишем с буквы и, потом словарное слово, потом налево, словарное слово, быстро, быстро, словарное слово, перебегает, бегать, это глагол первого спряжения, окончания ед. Обсудите, какой это текст, описание, рассуждение, повествование, объясните свой ответ. Это является текстом-рассуждением, потому что здесь доказывается, что гусь является самым внимательным пешеходом. Объясняется, почему гусь считается самым внимательным пешеходом. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.